Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в солнечном городе курорте Анапа. Меня зовут Юрий Заровский. Со мной сегодня гуляют Ярослав и Артурик. И мы сегодня с вами совершим небольшую прогулку по всем курортным местам. Температура воздуха в Анапе плюс 25. Очень комфортно, очень тепло. Морюшка, мне прямо интересно, какая температура будет, потому что вчера, когда мы намерили 25 градусов, у многих прям челюсть отвисла. Особенно в тех городах, Абхазия, Сочи, где температура воды еще долгое время будет плюс 16. Прям объявляют во лжи и так далее, о том, что вот так вот наговариваю на Анапу. Но сегодня вместе с вами мы опять замерим уже на центральном пляже, посмотрим, какая будет температура. Здесь мы можем увидеть цветочные часы, достопримечательность нашего города. Люди отдыхают на лавочках, везде все гуляют в маечках, вон, с бутылочками, парочки за ручку, птички поют. В общем, действительно пришло лето, и так как-то уютно стало, честно, все в зелени, все в тенечке. Вот ребята идут с пляжа. Вот скажите, как водичка? На море. Еще не дошли? Куда-то вы не в ту сторону. Это памятник Юрию Полякову, который был у нас мэром до Василия, швец в городе-курорте Анапа. И вот он установил себе такую арочную конструкцию. Театральная площадь сегодня, так сказать, оживленная. Люди гуляют, детки гуляют отдельно, даже с родителями без. Мы видим, что там впереди работает у нас фонтанчик, с правой стороны кафе, люди сидят, кушают. В общем, красота по полной программе. Это детская площадка. Огромное количество деток здесь. Они, это русские, либо турецкие ворота называется место. Это остатки турецкой крепости. Город, откуда пошла современная Анапа. Смотрите, сколько людей на набережной. У нас здесь прогуливается летняя атмосфера вовсю. И все уже, так сказать, практически в шортиках и маечках. Хотя я не понимаю, как те, кто в джинсах передвигаются, вообще такая жарища стоит. Вы обратите внимание, какая красота, дорогие друзья. Просто восхитительно. И здесь, конечно же, вид на море. Пойдемте посмотрим, что там на центральном пляже происходит. Ой, сколько народу купается. Прям все купаются в море. Все, сезон пошел, как я и говорил. Центральный пляж у нас на песчаный. Вода прогрелась. Сейчас пойдем узнаем, какая температура. Там девушка, вообще такое ощущение, как будто на ней даже труселей нету. Здесь в Анапе у нас идет реконструкция парапета. Обещают, что установят лавочки, на которых можно будет сидеть. То есть делают более красиво. Мы этого очень ждем, хочется посмотреть. И здесь уже видим первых отдыхающих, которые нам встречаются. Но там в море их гораздо больше. Качает у нас здесь на веранде музычка. Людей пока сидит мало. Но в море сколько народишь сегодня. И текстует, конечно, температура какая там. До центрального пляжа. Здесь соединяются у нас пляжи песчаные и каменные. И можете увидеть, сколько людей уже на отдыхе. Прям круто смотрится. Водоросли, кстати, стало здесь гораздо меньше. Вода очень чистая, прозрачная. Прям интересует, конечно, какая температура водички. Мы спускаемся вниз. О, все, курортная атмосфера, лежачки. Люди загорают. Первые стринги наблюдаем. Прям в 4К формате. Прям красота. Я их прям классно. Смотри, как у тебя шея поворачивается. То есть всех наших красавиц. Тебя как поворачивается, о, у меня только камера. Камера. Я не смотрю. У меня есть на кого смотреть. Артур прям бежит, боится остановиться. Смотрите, вот он сезон города Анапа. Как водичка? Нормально. Красавчик. Вот так вот он, ребята. Если кто нам не верит, то водичка нормально. И посмотрите, сколько здесь на отдыхе. Ты показывай больше людей по сторонам, Артурик. Да, я показываю. Шикарно. Просто шикарно. Посмотреть, конечно, такие виды. Водичка в бассейне сегодня была, ну, теплее, конечно, но центральный пляж Анапы. Чисто, классно. 22 градуса. Ха-ха-ха. Ну, 21,8, ладно. Шикарное, слушайте, морешко. Слушай, Артур, мне, скажи честно, мне кажется, вчера теплее было, да? Ну, и сейчас не холодно, Юр. Но вчера почему-то, видите, более теплее было. Ну, все как есть, что вы думаете? Что у нас пляж широкий. Да, здесь узковато, с тобой согласен. Везде коммерция, коммерция, конечно, но все равно приятно посмотреть, сколько народища отдыхает. То есть мы думали, вообще будет пусто, но пришли на пляж, а здесь много людей, много детей под навесиками. Лежаки, правда, еще не сдают. Привет, ребята. Хорошо. Вон, быстрее иди, покажи, что там происходит впереди тебя. Люди уже, причем есть загоревшие. И это выглядит очень классно. Когда ты видишь, о, радость веселья.
Ой, ба. Чем бы дети не тешились, как говорится, главное, чтобы не плакали. Ну, прям круто. Видишь, как отдыхают люди, и удовольствие их на лицах. Ну, это прям очень классно. Сейчас сходим туда, еще до центрального пляжа, посмотрим, что там интересного. Хотя и здесь, в принципе, настроение уже прям восхищение. Как хорошо, что у нас столько людей приехало. Смотрите, ребятки, сколько наших отдыхающих на пляжах. Первые загорающие, самые счастливые люди, которые уже находятся в Анапе, уже получают удовольствие на наших пляжах. Круто? Просто круто. Дай Бог, чтобы у всех отдых в этом году получился на славу. У нас уже, видите, прогулочки работают, можно приезжать и на них, на яхте, вот, ну, на корабле кататься, катамаранчики стоят. На самом деле, видите, говорит о том, что еще пока бюджетный отдых, выглядит, что лежаков немного берут в аренду, в основном люди просто так отдыхают на пляже. Ну, конечно, вот этот вот из моря и обратно брождение у людей прям очень сильно радует. И водичка, честно, я приходил, здесь была она как бы грязноватая, не радовала, а сейчас как бы хорошо. Прям это не может не радовать. Фантастик. Что, почем опиум? 100 рублей, 2 часа лежак. Угу. И 1000 рублей час катамаран. Слушай, как бы лежаки очень дорого. 1000 рублей. Охренеть, что за цен. Как всегда, небольшой разрыв, потому что прямиком нету выхода на пляж. Там у нас мали, фонтанчик с той стороны работает. И здесь всегда людей гораздо меньше, чем находится слева и справа от нас. То есть там, где по Гребенской, там вообще будет прям огромнейшая толпа. Сейчас до нее дойдем, и все сами, друзья, увидите. Ну, а здесь вы прошли, получили чистое море. Ну, прям чуть-чуть водоросли возле берега. Дальше кристальная водичка. Почему-то каждый сезон у нас первые пару месяцев на центральном пляже в море прям одно из самых шикарных, которое только может быть. Большого количества людей, я только что отлетал уже, будет красивый полет. У нас работает наш аквапарк, людей немного, советую посещение. Постараюсь ходить и узнать, почем ценники в конце этого видео. Но сейчас мы идем вдоль берега моря. То есть водоросли у нас есть большое скопление только возле речки Анапки. В остальных местах все как бы очень красиво, все очень симпатично. Это прям очень хорошо. Ну, по крайней мере, нас радует. Сегодня нам помогает Артур Ярослав. Я Артурику большое спасибо за ведение трансляции. Это прям очень классно, то, что можно с помощью него немножко отвлекаться на съемку видео, чтобы красивые ролики у нас тоже выходили в 4К формате, 60 FPS для вас. Так, друзья, мы подходим, смотрите, все ближе к центральному пляжу. Здесь больше загорающих. Единственное, если вы беленькие изначально, будьте внимательны. Сгорают люди просто моментально. Поэтому, как говорится, повнимательнее. Смотришь, как люди сидят, удовольствие получают. Эх, какая красота, друзья. И это все у нас в Анапе происходит и случается. Гаргипе, по-моему, если не ошибаюсь, называется тихоход. Он потихонечку готовится к отплыванию. И вот это вот самый центровой пляж сейчас в Анапе. Здесь самое большое количество людей. И смотришь действительно, что лево, что право. Прям народу очень много. И на лежаках. Поставили, кстати, ограждение, и они стоят недовольно-таки, ну, как не впритык, вот, то есть есть эти самые 20 метров для отдыха людей, это очень хорошо, потому что претензии были бы сразу. Здесь у нас тот самый Литуй в Анапе. Идешь отсюда, просто красота отдыха, любви, счастья, и это самое главное, что происходит, друзья, и что может вообще с вами случаться. Чего еще хотеть, ведь когда смотришь на такое количество людей, прям душа радуется. Все, в Анапе сезон пошел, это тот самый Литуй уже случился в полной мере. Вот вам и аншлаг, ребята. Центральный пляж, 29.05.2022 год. Красота.
обещали, кстати, что не будет за завалы в этом году, но пока ребята во все работают. Так что пойдемте дальше. Смотреть по сторонам. Ну какая фантастика все-таки, а. Я уже думал, в этом году вот эту картинку не увижу, когда ты идешь по пляжику, а здесь народище просто валом. Огромное количество в море сидит. Вот этот Артур показывает, сколько людей в море сидит. Здравствуйте, хорошего отдыха ребятам. Тоже наши подписчики встречаются. Это прям очень круто. Ну, напишите, сколько вашей душе счастья, когда вы видите вот прямо такую картинку, что Анапа живет, в Анапе все купаются, в Анапе улыбаются, наслаждаются и радуются всем моментам жизни, которые только могут у нас на пляже происходить. Счастье выглядит именно вот так, когда курортный город наполняется отдыхающим, когда вот девушки топлив загорают. Это просто красота. Вот еще. И передаешь при этом все ваши города. Артур, шею свернешь. Топчик, просто топчик. Так что, друзья, хочется пригласить к нам на отдых еще тех, кто не приехали. Приезжайте обязательно. Ведь море, ты покажи, какое море. Центральный пляж Анапы. Плюс 22 градуса. Я показывал, я говорю, раз уж дети купаются, ребят, тогда уже вы поняли, да, какая вода. Да. Суперская. Вообще просто огнище. Красотища и огнище. В общем, приезжайте, отдыхайте, загорайте. Смотрите, друзья, и тут подлежачки уже снимают, люди отдыхают. Это очень-очень-очень классно. Так, друзья, смотрите, лежачки здесь можно снять по 100 рублей в час, либо по 400 рублей, ну, под навесом, на весь день. То есть у лежаков под навесом нету почасовой. А вот если на солнышке, то можно 100 рублей на часик взять отдыхать. Вот качельки востребованы, бар уже работают на пляжике. Ну, все, инфраструктура запущена, осталось только вам приехать на отдых. Это улица Набережная, мы вышли с пляжа, пляж в этом акватория называется, данные пока по температурам нету, и посмотрите, сколько здесь и точек торговых работает, и людей гуляющих, просто шикарно, просто очень приятно видеть город, который работает вовсю и туристам готов. Работают хот-доги на розлив. Шаурма здесь 249, хот-дог 195, коктейли, грейпфруты, мохито. И мы выходим уже на Гребенскую. Рядышком тут парк Джузеппе, с левой стороны, с правой стороны кафе Ирина еще не запущена. Уже посмотрите, какие столпотворения. Я просто сегодня хожу и радуюсь людям везде-везде. Значит, шикарно. Здесь заработал Greek Street, там уже очереди, огромное количество людей. Чебуречная просто работает. Здесь парк Джузеппе. Прям вообще лето, да? Резко так, чпок и пошло. Красота, друзья мои. И настроение прям праздничное, такое летнее. Все работает. Все звучит, причем, знаете, так нет, что музыка прям долбит, там мешает пройти, прям, ну, хорошая атмосфера, прям идешь так приятненько, красиво. Анапа прям полностью работает. Друзья, смотрите, аквапарк с температурой воды 22 градуса, воздух 25, здесь пока стоимость билета взрослый 1000, детский 1000, с 11 до 5 часов можно прийти сейчас посещать. То есть за 1000 рублей можно провести там, ну, грубо говоря, 6 часов в аквапарке. Единственное, берите с собой аккуратно как-нибудь, чуть-чуть питание, стекло не берите, заставят выкинуть, и потому что там питание выходит дороже, чем в аквапарк сходить. Смотрите, как клево подписали у нас растения. Кипарисовый нутканский, плакучий, юка, пожалуйста, колхидский, плющ. Здесь барбарис растет, то есть очень все красиво смотрится. Это вот Золотой пляж. Вроде тоже готовится к запуску. В аквапарке качает музычка. Здесь люди прям рады тому, что можно увидеть, как отдыхают в аквапарке. Ну, вот кто считает, что сезон не пошел, она перед, ну, просто смотрите. Людей, конечно, немного, но они есть, и отдых у них просто великолепный, посмотрите. Ходят, отдыхают, купаются в бассейне, как деток очень много. Очень тепло стало в Анапе. Плюс 25 даже сейчас показывают. Это просто шикарно. И в Анапе тоже не обделена, друзья, розочками. В общем, красота, курортное настроение, все работает. Пишите в комментариях под видео, что вам еще показывает, что вас еще интересует. Это фонтанчик, он ночью с хорошей, красивой подсветкой, который возле МАБИ находится. МАБИ работает, там сидят люди тущие. И возле него, видите, сколько людей насобиралось, прогуливают. Но здесь вообще у нас столпотворение. О, уже с животными, пожалуйста, фотографии, все остальное.
Прям печалька, ребятки. Говорили, что не будет животных фотографий в этом году. Губернатор говорил, но опять не видит. А выходим, ребята, мы уже мимо аквапарка. Там прям качают голосом детей или родителей, которые там отдыхают. Развлекаловки, в общем, все работают. И подходим ко входу опять на центральный пляж. Это у нас выход на центральный пляж. Все, морефест, фестиваль закончился. И люди поехали наконец-то. Ярослав говорит, вчера отдыхал здесь, в Ласковом берегу. Как тебе? Расскажи. Ну, нормальное заведение для, ну, в Анапе я не вижу другой альтернативы. С девчонками познакомился? Ну, пообщался. Так, друзья, мы выходим уже сюда, ближе к администрации. И здесь прям движуха. Да, действительно, разбирают все эти длинные локации, которые работали потихонечку. Посмотрим, может, их, конечно, переформатируют что-то другое. Допустим, пианинка прикольно тут стояла. Колесо крутится, бабло мутится. Приглашаем вас вечером сегодня на трансляцию. Посмотрите, что где у нас и почем. Вот и преодолели мы парк весь аттракционов. И народищу здесь тоже, в принципе, довольно-таки много. Это нас очень радует. Дошли до фонтанчиков, друзья. Красота наша. В общем, жизнь кипит. Интересно, что будет сегодня здесь вечером. Все вот эти павильончики после винного фестиваля уже вовсю разбирают и готовят, как говорится, места к свободному обзору. Кстати, в принципе, вписались довольно-таки неплохо. Уже работает Art Street. Наши мастера анапские предлагают разнообразные свои изделия. Ручную работу в основном. То есть можно прийти, прикупить. И тут целая улочка. То есть, где можно разместиться. Подожди, свободных нет мест. То есть все занято. Вот ребята проводят разнообразные мастер-классы.